Друзья мои, всем привет-привет, с вами Маруся, и у нас долгожданное продолжение фанфика «Спектр» от автора Зи. У нас на очереди с вами глава 18, и очень хочу отметить, друзья, что 17-я часть на Ютубе не вышла вообще. 17-я часть уже давно озвучена на Бусти, ссылка на Бусти есть в описании под видео. Или вы можете пройти по ссылке на фанфик, который находится в описании под видео, и прочитать эту часть самостоятельно. Кстати, в этой 18-й части, которую мы с вами сейчас будем озвучивать, тоже есть моменты, которые не будут публиковаться на Ютубе. Полная версия будет опубликована на Бусти или, опять же, прочитайте в оригинале. Ну а мы поехали! Спектр, часть 18, перекати поле. Досье Спектра. Чон Хосок, алиас Хоуп, возраст 32 года, срок работы в организации 6 лет. Ноут. Радикальный активист, защитник прав животных. Был последствием за взрывы в лаборатории тестирования косметики и нападения на фермы по забою собак. Лояльность высокая. Тэхён сидел на полу с той стороны двери, упершись головой в стену и прикрыв глаза. Ему казалось, что если он хорошенько прислушается, то сумеет услышать дыхание Чонгука, чего, конечно же, не происходило, да и не могло произойти. Вздохнув, он с усилием вынырнул из бурлящих неспокойных мыслей и вернулся к работе на своем ноуте. Хотя спина у него адски затекла, Тэхён продолжал трудиться именно здесь, в коридоре на полу. Он делал вид, что не замечает направленных на него недоуменных взглядов обитателей центра, и был благодарен, что никто так и не задал ему ни одного вопроса, хотя вопросы у них, конечно же, имелись. Но быть здесь ему было легче, чем быть не здесь. Как будто если он отойдет хотя бы на пару метров дальше, может произойти что-то нехорошее. Или же Чонгук не сумеет вырваться из своего вязкого, но целительного сна. Глупости, конечно, но здесь находиться ему было легче. Все это время Чонгук спал. Его бесперебойно накачивали лекарствами, и как только одна капельница пустела, Халк ставил следующую. Сотрясение мозга, множественные ушибы, кровопотеки, порезы, 2 сломанных пальца на правой руке и сильнейшая ослабленность и изможденность. Чонгуку необходимо было пополнить свои силы, чтобы каждая пострадавшая от Нэгай Хансоля клетка его тела поправилась после того нереально огромного испытания, пришла в норму, выздоровела и дала своему хозяину возможность снова смотреть на всех свысока и язвить. Честно, сейчас Тэхён отдал бы многое, чтобы поймать наглый и высокомерный взгляд самовлюбленного вора, а не покрасневшие, опухшие, безжизненные, измученные, полные боли и страдания глаза. Пока они ехали в центр, Чонгук практически не сводил с него взгляда, и что-то такое было в его глазах. Тэхён сглотнул и захлопнул крышку ноутбука за секунду до того, как рядом с ним присел Джин. «Что будешь есть?» Хакер поправил свои очки, почти что сползшие на самый кончик носа. «Дэй собирает заказы на ужин». Тэхён слегка поморщился. Есть не хотелось от слова совсем. Все эти дни он на еду смотреть не мог, у него сразу же начиналось несварение. «Ничего, спасибо». «Я был уверен, что таким и будет твой ответ, так что сделал заказ вместо тебя. Чипчей и говядину с фасолью». Ты в ответ кивнул, так как знал, что Джин от него все равно не отстанет. Хакер немного помолчал, нервничая и собираясь с мыслями. Ему давно хотелось задать этот вопрос, хотя он и так знал на него ответ. «ТТ, скажи, а между тобой и Тузом что-то происходит? Вы с ним вместе?» Тэхён отрицательно покачал головой, вновь прикрывая глаза и прислоняясь затылком к стене. «Тогда почему ты уже третий день здесь сидишь?» «А это запрещено?» Джин, понимая, что откровенного разговора можно не ждать, поднялся на ноги. «Пошли, нас Хоуп ждет». Он уже собирался уходить, но, помедлив, опять повернулся к Тэ. Туз – сильная личность, очень. Не знаю даже, встречал ли я таких, как он, и пытки его не сломали, он выкарабкается. Он действительно самая сильная карта в колоде. Бьет всех. «Кажись, балерина каким-то образом связана с теми видеозаписями». Хоби подождал, пока его хакеры усядутся, и продолжил. «И эта сраная свинья Хансоль переложил всю ответственность за капец своей жизни на Туза». Ну, зато теперь понятно, почему он устроил слежку и травлю на всех, кто мог быть к этому причастен. Статуэтка как-то связана с уликами на этого Фила. Джин кивнул на молчавшего Тэхёна. «Они за домом ТТ больше месяца следили». Хоуп налил из глиняного заварочного чайника в изящную аквамариновую фарфоровую чашку тизан и сделал несколько глотков. Он искренне верил, что входящие в состав полезного напитка кожица красного винограда, листья оливкового дерева и розмарина должны замедлить старение его организма и сделать его значительно моложе и красивее. Тэхён на самом деле для этих уродов был единственной ниточкой. Туз в нашем преступном мире – это призрак. О нем знают все, но очень немногие в курсе, кто он, где он, как выглядит и как с ним связаться. Чонгук создавал образ легендарного и неуловимого вора почти всю свою жизнь. Он дофига пахал, ему пришлось многого лишиться, таких моментов, как комфорт и дом. Но это позволило ему превратить себя в легенду, а свою работу в искусство. Он способен просочиться сквозь любые засовы, попасть туда, куда, казалось бы, попасть невозможно никому. И если ему приходит заказ, можно не сомневаться, что он его выполнит. Туз – это знак качества. И как истинный творец он оставляет на местах преступлений свою подпись. Да, это опасно, да, благодаря этому все в курсе, кто стоит за ограблением. Ну и страху этим он нагоняет конкретно. И в этом и есть Туз, наглый и неуловимый. «Был неуловимым», – пробормотал Джин. Хоуп допил то, что было в его чашке, и налил себе новую порцию напитка. «Мне противно думать, что кто-то из нас может быть причастным к этому», – проворчал он. «Ну, может быть и такое», – заметил хакер, – «что кто-то сливал информацию, даже не зная об этом». Хоби перевел на него недовольный взгляд. Очень сомнительно было, что этот кто-то на самом деле не понимал, что именно он творил. «Для меня он все равно предатель. Из-за него пострадали Док и Туз, и наша репутация», – он опять задумался. «Мне кажется, те уроды не собирались убивать или настолько сильно калечить Дока, но Намджун сопротивлялся, как лев, и они перестарались силой. Иначе его ждало бы то же, что и Чонгука – пытки, чтобы узнать, как найти Туза и балерину. Если бы Тэхёна поймали, с ним бы сделали то же самое. Вот в чем я не сомневаюсь, так это в том, что они 1000 раз пожалели, что отпустили его тогда». «Но статуэтка пропала», — заметил спустя время Джин. «Ее у нас нет, так что я все равно не понимаю, каким образом всплыли доказательства против Хансоля». На это у Хоупа не было ответа. Где бы сейчас ни была статуэтка, чертов Питфил был не в курсе, что у нее опять поменялся владелец. «Будем разбираться с этим по мере необходимости», — решил в конце концов он. «Сейчас у нас на повестке дня задание №1 – паршивая сучка по имени Нэгай Хансоль, которая потянулась своими сраными ручонками к нашему Тузу. Этот перец конкретно взорвался. Никто не имеет права трогать моих людей, мы его уничтожим, окончательно уничтожим», – поправился лидер центра, так как их первая попытка, когда они сорвали презентацию, явив всем страшные преступления политика, оказалась удачной лишь наполовину. Этот маньяк по-прежнему был на свободе, а теперь еще и пытался им отомстить. Пока его не поймали и не закрыли в клетке, как бешеную псину, все должны быть очень осторожными. «Тэхён, ни в коем случае не возвращайся домой или в свой ненаглядный соццентр. Будь под присмотром здесь, как и Туз». «Есть еще Док», — напомнил Джин, — «который пропал». Хоби кивнул. Тяжелые времена настали в «Спектре». Все шло кувырком, летело веселым и безудержным кубарем с горки прямо в то самое место на букву «П». И все началось с гребаной статуэтки и, как оказалось, с Нэгай Хансоля, которого они имели несчастье пару месяцев назад ограбить. Казалось бы, после всех тех доказательств, которые они вывалили на презентации, Хансоля сразу же должны были запереть в тюряге. Но в реальности все получилось совсем не так. Из-за того, что он был политиком и имел неприкосновенность, расследование тормозилось. Только когда подлинность видеозаписей и присутствие на них Нэгай Хансоля было подтверждено 6 независимыми экспертами, было собрано 1 000 000 подписей под петицией о лишении его парламентской неприкосновенности, и она была отправлена в Голубой дом на рассмотрение президента, только когда он соответствующее указание подписал, а полиция предоставила в прокуратуру убедительный пакет доказательств, только тогда был выписан ордер на арест политика Питфила. Но к тому времени он уже был в бегах. Хоби кивнул сам себе. Но теперь мы знаем, что он все еще на территории Южной Кореи. С его баблом и связями он в любой момент преспокойно покинет страну, и выписанный ордер на арест ему не помешает. И будет он жить припеваючи в какой-нибудь Латинской Америке или на Багамах. Хоби замолчал, не желая произносить вслух. «Мы должны покончить с ним раньше, чем он свалит отсюда». «Ну как, что-то нашли?» Джин и Тэхён переглянулись. Они взломали телефон рептилии, который унес с собой Чонгук. Ничего важного там не обнаружили, ну, кроме лютой порнухи. Этот урод любил так, чтоб пожестче и побольнее, включая и снятую лично им. Множество фотографий оружия и охотничьих ножей, пробитые сотнями пуль мишени, снимки из зала, где он отжимал 200 килограмм, и чьи-то избитые или мертвые тела. Стандартный тупой безжалостный наемник. Намного интереснее был список номеров в его телефонной книге, но все имена абонентов были зашифрованы, только буквы и цифры. Так что для того, чтобы отсеять или отыскать его напарника или Хансоля, требовалось время. Геолокация была выключена, а что касается сообщений в какао, то они каждую неделю самоочищались. А вот из тех, что не успели исчезнуть, можно было отыскать очень даже интересные, как эта переписка с таинственным абонентом Н. «Он в доме. Быстро валите за ним, только не убивайте, я сам его убью». И, судя по всему, переписывался Громила с Хансолем. Но этот номер был сейчас отключен. Даже описать невозможно, какую сжигающую все живую ярость ощутил Тэхён, прочитав это. «Я сам его убью». Он не представлял, как его в тот момент не разорвало внутри. Но внешне он сохранил невозмутимость. А после планерки, возвращаясь к комнате, где спал Чонгук, медленно идя по петляющим коридорам центра, все старался успокоиться. «Бастинада». «Что?» Тэхён уставился на Халка, который, казалось, поджидал его у двери. «Бастинада. Пытка битьем палкой по голым ступням. Я знаю человека, который после нее вообще перестал ходить». Тэхён вздрогнул. «Приносит очень сильную боль. Чудо, что Туз после этой пытки вообще смог идти». Больше ни слова не говоря, Халк прошел мимо. Некоторое время Тэ смотрел ему вслед. Халк – еще один загадочный обитатель центра. Крупного телосложения, отстраненный, молчаливый, казалось, он постоянно витал в своих мыслях. Его основной задачей было охранять Хоупа. Но приосанивался он тогда, когда в комнату заходил Юнги. У каждого свои секреты. Как только Халк скрылся с глаз Тэхёна, он тут же открыл дверь в комнату Чонгука. Не то чтобы он до этого не заходил к нему. Несмотря на те слова Гука и строгий запрет Хоупа, он все равно приходил сюда. Но все же по минимуму, стараясь особо не бесить Хоби и уважать желание Чонгука, каким бы странным и непонятным оно ни было. Остановился у самой кровати, рассматривая спутанные волосы, уже ставший желтовато-зеленоватым синяк под глазом, покрытую коркой рану на подбородке, еще сохраняющуюся отечность носа, начавшие заживать разбитые губы. Халк достаточно умело наложил несколько швов в местах, где были особо сильные рассечения. Чонгук особо не рассказал, что с ним произошло, но и так было понятно. Они с Дэем попали в тот подвал и видели стол с ремнями для фиксации конечностей, а на руках и лодыжках Гука синяки и кровоподтеки от связывания. А еще там было много разных приспособлений для пыток. Джин прав. Туз – самая сильная карта в колоде. Сильная, но очень упрямая. Ты не понимал, почему Чонгук не хотел его видеть. Все из-за того разговора, когда Чон просил его не ходить на встречу с Дживоном? Но почему это настолько его задело? Или великолепный и самовлюбленный вор Туз, который постоянно демонстрировал Тэхёну свою охрененность и не хочет, чтобы тот видел его в момент слабости? Но Тэхён видел и обнимал, стараясь при этом приносить как можно меньше боли израненному телу. И шептал в дороге, даже не обращая внимания на Дэймона, что-то утешающее. Вроде «Вот увидишь, все будет хорошо. Ехать совсем немного осталось». Пока Тэ, нахмурившись, размышлял, Чонгук вдруг открыл глаза, уставившись прямо на него. А Тэхён, не ожидавший такого, застыл, словно перепуганный олень в свете фар, ощущая странную робость и волнение от этого прямого и совершенно несонного взгляда. Видимо, какое-то время Чонгук уже бодрствовал, поэтому здесь был Халк, и поэтому он и сказал об Астинадо. Скорее всего, Чонгук рассказал ему о том, что было в подвале. Казалось, целую вечность они смотрели друг на друга. Наконец Чон отвел взгляд, отбросил в сторону одеяло, с трудом поднимаясь с постели. Тэхён хотел было ему помочь, но Гук резанул его своим острым, как клинок, взглядом, и Тэ отступил. «Тебе нужна помощь?» – спросил он, внимательно наблюдая за каждым действием Чона. «Я иду в туалет», – бросил тот. «Можешь там помочь». И, не дожидаясь его реакции, сцепив зубы и стараясь не выглядеть слабым, двинулся из комнаты в сторону одного из туалетов на этаже. Тэхён молча последовал за ним. Как бы Чонгук ни хорохорился, но у него было сотрясение, а это все же не шутки. С другой стороны, он ведь хотел снова увидеть высокомерный взгляд вора. «Ну, получите, распишитесь». Он подождал Гука возле туалетной комнаты и также молча последовал за ним обратно. Чонгук же делал вид, что Тэхёна рядом нет. Он лег в постель, накрылся одеялом и прикрыл глаза. Но когда Тэхён, немного замявшись на пороге, уже собирался выйти из комнаты, прозвучал негромкий, будто через силу выскользнувший из Чонгука вопрос. «Как вы меня нашли?» Тэхён обернулся. Гук по-прежнему лежал с закрытыми глазами и, казалось, был абсолютно расслабленным. Но его плотно стиснутые губы говорили о напряжении, с каким он ждал ответ. Тэ сделал шаг по направлению к кровати. «Мы с Дэем ехали в центр после встречи с Дживоном и...» Губы Чона изогнулись в кривоватой ухмылке. «О, так было еще одно свидание. Впечатляет!» Тэхён нахмурился. «Не свидание, а встреча. По заданию Спектра». «Ну, конечно. А ты такой старательный и правильный. Всегда делаешь то, что тебе говорят. Как-то раньше я за тобой такого не замечал. А здесь прям настолько похвальное рвение». Продолжал язвить Чонгук, по-прежнему не открывая глаз. «Ты тоже делаешь то, что говорит тебе Спектр», — возразил, нахмурившись, Тэ. «Я не понимаю, какое тебе вообще дело до моих встреч с Дживоном». С губ Чона слетела горькая усмешка. «Я приношу тебе мятые бургеры и вожу в дешевые мотели. Куда уж мне до того, кто покупает тебе шампанское за $40 000, водит дорогие рестораны и снимает президентский номер». «Я это уже говорил Халку», — без перехода продолжил он. «Больше не пичкайте меня снотворным и болеутоляющим, иначе ноги переломаю. А теперь можешь закрыть дверь с той стороны». Он повернул голову к стене, давая понять, что разговор окончен. Следующие 4 дня Чонгук приходил в норму. А Тэхён к нему больше не заходил, вернувшись работать в берлогу Джина. Тот его ни о чем не спрашивал, и Тэ был ему за это благодарен. С Гуком они почти не сталкивались. Он по-прежнему проводил все свое время в выделенной ему Хоупом комнате. Лишь один раз, когда Тэ зашел на кухню, он с некоторым удивлением обнаружил Чонгука там. Тот сидел за стойкой и старался загипсованными пальцами раскладывать карты. Он морщился, и вид у него был раздраженный и недовольный. Заметив Тео, он собрал карты в колоду и протянул ее ему. «Вытяни одну». Тэхён так и сделал. Чонгук пытался совершить какие-то манипуляции с картами, но пальцы его не слушали. Карты выскальзывали, и он хмурился все сильнее. Наконец достал одну. «Это?» И сразу же просверлил Тэхёна пытливым взглядом, считывая каждую его эмоцию. Тэ посмотрел на 6 пик, которую вытянул вор, и взглянул прямо ему в глаза. «Да». «Ну нахрена ты врешь?» — рявкнул Чон, заставив Тэхёна от неожиданности едва ли не подпрыгнуть на месте. Чонгук подскочил на ноги, швыряя карты на стол. «Свою жалость оставь себе», — процедил, заполняя все пространство темным и холодным тоном своего раздражения, и сразу же после этого выходя из комнаты. Тэхён медленно собрал все карты, включая 10 червей, которая выпала ему на самом деле. После этого они больше не виделись. Чонгук ему на глаза не попадался, а сам Тэ встречи с ним не искал. И тем внезапнее было их столкновение в один из вечеров в гостиной, где Ким сидел и читал книгу. На самом деле не столько читал, сколько размышлял обо всем том, что происходило. Вначале он почувствовал что-то вязкое и тягучее внутри, будто томительное ожидание чего-то, а затем по его позвоночнику медленно прошлась щекочущая кожу дрожь. Он сразу же поднял глаза от книги и мгновенно утонул в темных, как бездна, зрачках. Чонгук стоял в дверях и смотрел на него. Но едва Тэ заметил его, сразу же развернулся и вышел из комнаты. «Подожди!» Тэхён вскочил, так как Гук был полностью одет и выглядел как тот, кто собирается на улицу. Нагнал его уже почти возле входной двери. «Чонгук, стой, ты куда?» «Ухожу», — бросил Чон со вздохом, поворачиваясь к нему. «А что?» «Ну, ты еще не полностью выздоровел, и уходить сейчас опасно». «Не для меня». «Ну, разве тебе есть куда идти?» Сделал Тэ еще одну попытку. «А тебе какая разница?» «Я ведь переживаю», — укоризненно заметил он. «Ты ведь сейчас меня искал». «Я?» Чонгук не удержался, чтобы не фыркнуть. «Ну, сорян, случайно зашел, думал, там Хоп». Тэхён стоял перед ним и не знал, что делать. Было видно, что Чон уже все для себя решил. «Ну, серьезно, останься», — попросил он, не зная, что еще сказать. Вот только Чонгук будто и не слышал откровенной мольбы в его голосе, словно она совсем его не трогала. Он взялся за ручку входной двери, отворачиваясь от него. А Тэхён в попытке остановить Чона очень мягко прикоснулся к его руке. «Не уходи», — повторил он. Гук некоторое время молчал, затем опять повернулся к нему лицом. Тэхён такой красивый, такой взволнованный, кутается во что-то объемное, океанско-синее. Между бровей залегла тревожная складка. Очень хотелось его сейчас обнять. Он знал, что его руки идеально бы смотрелись на талии Тэхёна, а его губы на его. «Хорошо», — Чонгук кивнул. «Но только если расскажешь мне правду. Ты трахаешься только с Дживоном или Хоупу тоже иногда перепадает?» Глаза Тэхёна в секунду из взволнованных превратились в ледяные. Он шумом вытолкал из легких воздух, цепляя руки на груди в крепкий замок. Он не понимал, почему Чонгук так себя ведет, почему его глаза настолько отвратительно безразличны, в какой момент и за что вор его возненавидел. Тогда, когда не удалось затащить его в постель, или он всегда так к нему относился? Как бы то ни было, теперь, видимо, своего отношения к нему скрывать он не собирается. Ты отступил на шаг назад, нервно дернув плечами. Хочешь валить? Вперед! Чонгук улыбнулся, открывая дверь. Правильное решение. Тэхён дико злился на те бесчувственные слова вора. Но неужели он на полном серьезе считает, что Тэхён завел какие-то отношения с Хоби или Дживоном? Да за кого он вообще в таком случае его принимает? За ту неделю, что Чонгук был в центре, он не хамил никому из здешних обитателей. Подобное особое отношение, как оказалось, досталось лишь ему, что было очень показательным. И Тэхёну очень хотелось найти противного и самовлюбленного туза и двинуть ему кулаком в живот, чтобы сделать ему хотя бы немного так же больно, как тот делает ему, и высказать все, что он об этом думает и что давно хотел сказать. Но в то же время Кима мучилась, что Чонгук, еще до конца не оправившись, ушел, причем непонятно куда. И с каждым днем чувство волнения только усиливалось. От туза не было никаких вестей. Хоби с ним не связывался, давая возможность своему вору окончательно выздороветь. И, что важно, дождаться, когда сломанные пальцы на рабочей руке Чонгука срастутся. За то время, пока туз был вне зоны доступа, они окончательно завершили историю с чесоточным риэлтором. Хоби и Тэхён выступили покупателями, которые приобрели дом бабушки Джина у сбежавших от черной плесени бывших жильцов. Деньги на его покупку выделил Спектр. Джин впервые за 15 лет пообщались со своей бабушкой в минивэне Дока. По дороге из дома престарелых в обратно отвоеванный у мошенника и новых жильцов дом. Долго не мог прийти в себя. Был взбудораженным, весь вечер слонялся по зданию центра, заставляя всех играть с ним в баскетбол. Потом они всю ночь проговорили с Тэ. Джин рассказывал истории своего детства, по сотому разу прогоняя в голове образы своих родных. С каждым часом он становился все молчаливее и задумчивее. И Тэхёну казалось, что Джин только сейчас по-настоящему осознал, что он давно не подросток, и в своей жизни ему надо идти дальше, а не продолжать жить рядом с домом, все еще считая, что это временно, и он вскоре туда вернется. Не вернется. Он вечный скиталец и вечный беглец, и ему пора создавать в этой жизни свой собственный безопасный путь. И с тех пор, как Чонгук ушел, прошло 6 дней. В один из вечеров Тэхёну на телефон пришло от него сообщение. У него пальцы подрагивали, пока он его открывал. Но внутри ничего не было, кроме вложения с адресом. Не зря адрес, присланный Тэхёну в сообщении от Чонгука, показался знакомым. Дешевый мотель не в самом лучшем районе, куда Гук его уже как-то привозил. Что Чонгук здесь делает? И почему позвал его? Тэ на мгновение застыл на пороге, превозмогая собственное внутреннее сопротивление. Открыл дверь и прошел в маленький узкий коридор. За уже знакомой ему стойкой портье было пусто. Но Тэхёну и этот был не нужен. Чонгук в сообщении указал номер комнаты. Он поднялся по ступенькам на 2-й этаж. Лифта в этом месте не было. И подошел к двери с нужным номером 8. Вздохнув, решительно постучал. Запоздало подумал о том, что надо было бы с собой на всякий случай взять Халка, а вдруг Чонгук в беде. Дверь почти сразу отворилась, явив Тэхёну кое-кого, с кем он уже имел радость ранее встречаться. Худое длинное тело, выкрашенные в яркие красные волосы, в носу лиловый септум, татуировки крестов и черепов на выстриженных висках, щедро подкрашенные черным глаза, с развязно размазанными под нижними веками тенями, пухлые губы, явно увеличенные с помощью уколов красоты. Что-то вроде в майке с вызывающими тонкими лямками на худых плечах, открывающей другие татуировки, которыми щедро было усеяно тело, а еще размазанные блески на ключицах. С какой-то отстраненной болью Тэ увидел на них свежие, олевшие укусы и засосы. Видимо, Чонгук любит таких же татуированных, нахальных, циничных, раскрепощенных и самоуверенных парней, как и он сам. Тэхён будто со стороны увидел себя. Взлохмаченные, в беспокойстве приглаженные пальцами темные волнистые волосы, голубые приталенные джинсы, кремового цвета худи, объемная куртка, любимые желтые конверсы. Они с этим портье будто были из совершенно параллельных миров, и мир Тэхёна был в абсолютном проигрыше. Он перевел взгляд мимо этого придурка, чтобы в глубине номера на большой кровати увидеть Чонгука. Полуголого, развалившегося на постели и смотревшего прямо ему в глаза. На тумбочке у кровати лежало несколько пачек презиков, причем одна пачка уже была распакована, горкой насыпанные таблетки и порошок в маленькой прозрачной упаковке. «Мы ничего не покупаем», — хмыкнула, глядев его портье. Он повернулся к Гуку. «Кажется, это твой птенчик с курсов вязания». Последние слова звучали уже приглушенно, так как он захлопнул дверь перед носом Уте. Несколько мгновений Тэхён, застыв, смотрел на дверь. Все ждал, вдруг Чонгук откроет и объяснит, зачем нахрен он его сюда позвал. Но из-за двери слышался лишь чужой противный смех. Все было уж слишком очевидным и очень болезненным. Чонгук позвал его сюда, чтобы унизить. Тэ повернулся и направился к лестнице. Занес ногу над ступенькой и застыл. Кажется, вор конкретно заигрался в свое мудачество. И что он пытается ему этим доказать? Что Тэхён ему не интересен? Так он постоянно об этом говорит и всячески красноречиво демонстрирует. Хотя, если уж совсем начистоту, во многом поведение Чонгука не всегда было однозначным и понятным. Несмотря на свою вечную угрюмость по отношению к нему, он часто ему помогал, даже после того, как Тэхён отказался с ним спать. Но ведь никогда не можешь с уверенностью сказать, какое место занимаешь в чужой жизни, пока другой человек своим ртом не озвучит то, что он на самом деле думает и чувствует. Все предположения – это лишь предположения. И вроде ртом Чонгук не раз обозначил свою насмешку и безразличие, но было кое-что, что он также как-то очень тихо, почти неслышно сказал. «Ты особенный, понимаешь?» Тэ решительно развернулся, возвращаясь к дверям под номером 8. Кулаком несколько раз врезал в нее, и тишину паршивенького отеля разрезали неожиданно громкие звуки, заставив некоторых не совсем добропорядочных жильцов конкретно напрячься. Пришлось подождать и еще несколько раз постучать, прежде чем дверь отворилась. Рассерженный повторным вторжением портье хотел было что-то сказать, но не успел. Тэхён схватил его за грудки, дернув за майку так, что та едва не затрещала по швам. Вытащил его за порог и бросил куда-то в стену. И, больше не обращая никакого внимания на сползающего на пол портье, зашел в номер и закрыл за собой дверь. Стянул с себя куртку, бросив ее на пол, и только тогда посмотрел на Чонгука. Тот по-прежнему был в постели. Смотрел на него напряженно и настороженно, но молчал. Ждал, что тот будет делать дальше. Тэ подошел к тумбочке, сгреб таблетки и наркоту, вышвырнул все в туалет, в унитаз и спустил воду. Вернулся к по-прежнему хранившему молчание Гуку. Стащил свои конверсы, желтыми пятнами оставшиеся валяться на полу, а сам забрался на кровать, оседлав Чона и поставив руки по обе стороны от его головы. Врезался в острый взгляд вора. Зацепил его подбородок пальцами, повернул лицо с упрямо поджатыми губами к себе и очень мягко его поцеловал. Дыхание Чонгука было неритмичным, прерывчатым, что-то хищное вырывалось из него, как будто он поймал такую желанную добычу, но все еще продолжал себя сдерживать. Он перевернул их, придавливая пленительное тело к матрасу и некоторое время всматриваясь в глаза напротив. «Ты пришел. Ты звал. Что ты сейчас делаешь? Это какая-то жалость?» Тэхён не ответил, и взгляд Чонгука метнулся обратно к его губам, и он прикусил нижнюю, требуя ответа. «Ты смотрел на меня с жалостью. Тогда, когда мы ехали в машине». «Я не смотрел на тебя с жалостью!» — возмутился Тэ, беспокойно пошевелившись, будто собираясь выбраться из-под вора, и тот в ответ придавил его только сильнее. Я смотрел с беспокойством. Я не хочу, чтобы ты меня жалел. Да я тебя не жалел. И правильно. Оставь свою жалость при себе. Чонгук накрыл сочные, искушающие его губы властным поцелуем. «А он не зайдет?» — прошептал Тэ, скосив взгляд на дверь и напрягся, потому что совсем забыл о выброшенном им из номера гадком портье. «Нет», — Гук поцеловал его за ушком. «Если он зайдет, то я его убью, и он это прекрасно знает». «Ты принимал с ним наркотики?» «Нет, они не мои, а его». «Вы уже обновили одну пачку?» Тэхён кивнул на распечатанную упаковку презервативов. Ему очень не хотелось признаваться в том, насколько же он приревновал, и как сильно из-за этого у него снесло башку, поэтому старался звучать незаинтересованно и отстраненно. Но Чонгук понял. «А не его», — повторил он. «Зачем ты сбросил мне адрес?» «Не знаю». Он еще раз поцеловал его скулу. «Хотел, чтобы ты увидел, что меня не надо жалеть, и что я совсем не достоин твоей жалости». «Но я тебя не жалел», — повторил Ким, ощущая нереальное удовольствие от веса тела вора на себе. Его собственное тело томилось в ожидании того, что будет дальше, и умоляло, требовало намного большего. «Я переживал за тебя, это разные вещи. И вообще, почему я должен тебя жалеть?» — опять возмутился он. «Ты самоуверенный, охуенно красивый, лучший вор, которого только знает этот мир. Ты действительно недостоин жалости». Чонгук постарался не показать, как эта характеристика от обычно сдержанного, отстраненного и молчаливого айтишника Ким Тэхёна побежала сладким сиропом по его венам. «А еще я перекати-поле, у меня ничего нет», — все же возразил он. «И этот мотель, в который я тебя привозил, и куда снова позвал, это и есть я, это мой мир, это то, на что я заслуживаю в этой жизни. И ты должен это понимать». «Нет». Тэхён, обеспокоенный его словами, взял его лицо в свои ладони. «Нет», — повторил он, — «ты особенный, понимаешь?» Пульс стучал с перебоями. Сладкий-пресладкий сироп продолжал бежать по венам, и Чонгук опять прижался к губам Тэ. «Прости». Он поцеловал шрам, который целую вечность назад оставил на лице Тэхёна его черный перстень. «Прости, прости за это». «Тут ты же говорил, что не будешь извиняться», — поддел его Тэ, окончательно расслабляясь и млея под его ласками. «Прости». И снова поцеловал тот крошечный шрам под глазом. Он попытался снять с Тэхёна худи, но тот вдруг заупрямился, принявшись под ним извиваться. Но Чонгук не понял, что он сделал не так, а Тэ абсолютно неожиданно сжал его запястье, больше не давая себя касаться. «Что?» – недоуменно и даже слегка растерянно поинтересовался он. «Прежде чем мы пойдем дальше, я хочу узнать все твои секреты». «Секреты?» — не понял Чон. «Это какие?» Ты облизнулся, щедро увлажняя свои губы. «Вамбат». Гуку понадобилось время, прежде чем он понял, о чем вообще говорит Тэхён. «Ты это серьезно?» «Абсолютно». Чонгук хмыкнул, расслабляясь. На какой-то крошечный момент он ощутил такую нереальную панику, решив, что Тэхён передумал. После того, что сделал Тэ, придя сюда, после той откровенности, которую они друг из друга вытащили, если бы Ким вдруг ушел, наверное, Чонгук бы пустился во все тяжкие, и вряд ли кто сумел бы его из этого состояния вытащить. Гук сразу же включил свое насмешливое выражение лица. «Есть правила. Никогда не разглашать секрет фокуса, кто бы об этом не просил», — промурлыкал он. Тэхён продолжал в упор смотреть на него, затем вздохнул, перевернул их и попытался подняться с постели. Чонгук, не теряя ни минуты, сразу же вернул его, подтянув на себя, перевернул обратно, оседлав это офигенное роскошное тело и запуская руки под его одежду. «Слезь, вор, ты тяжелый!» — ворчливо заметил Тэ. Гук хмыкнул, впервые не отпуская Тэхёна на его требование убрать руки. «На первый вопрос я нарисовал стрелку», — сдался он. «На второй — твой ответ на первый. На третий — твой ответ на второй. Так что я просто тупо записывал твои ответы. А когда был последний вопрос о стрелке, мне было без разницы, какое направление ты укажешь. Я просто повернул ее так, как ты сказал». «Вот же зараза!» – возмутился Тэхён, а Чонгук, ухмыляясь, продолжил их марафон поцелуев, с удовольствием стягивая с него кофту и белую футболку. «Ну что снова не так? Монеты». Гук мученически вздохнул. Единственное, что его примеряло с этим абсолютно невозмутимым шантажом, это охрененная желанная награда в конце. «У меня в руке было две монеты, у одной с обеих сторон орел, у другой решка. Я подбрасывал ту, выигрыш какой мне нужен в этот момент, так что у тебя не было шансов победить». «Но я же видел монету, ты давал мне ее, она была обычной, с орлом и решкой, я проверил». Чонгук с нежностью заправил прядь волос, упавшую Киму на глаза, за ухо. «Тэхён, ты такой наивный. Да как ты вообще выжил в этом мире? Я дал тебе обычную монету, а подбрасывал другие». «Я тебя ненавижу», — проворчал Тэхён, а Чонгук рассмеялся. И Тэ бесконечно залип на этом. Кажется, Гук при нем еще никогда настолько открыто и беззаботно не смеялся. И вообще не смеялся. «Ну что опять не так?» «Карты», — невозмутимо сказал Тэхён, удерживая руки вора подальше от своего тела. «Айтишник, ты шантажист». «Ага». Тэхён не удержался, чтобы не продемонстрировать ему одну из тех раздражающих самодовольных ухмылок, которые так любил использовать сам Чонгук. «Ну так что?» Гук шумом выпустил из груди воздух. Он впервые осознал, что такое безвыходная ситуация. И впервые без лишних слов был готов пойти на любые условия шантажиста. Все карты в колоде были поделены по цветам. Половина колоды красной, половина колоды черной. Ты выбрал карту из одной половины, а затем положил ее в другую. И мне всего лишь оставалось среди красных найти одну черную. «Хм!» Ты задумался, покусывая свою нижнюю губу, заставляя Гука следить за этими белыми зубами, безжалостно терзающими красную плоть, и изнывать от желания перейти к уже более конкретным действиям. «Когда ты все рассказал, все фокусы выглядят совсем уж дешево, что ли?» Чонгук пожал плечами. «Так и есть. Фокусы крутые, пока ты не знаешь, как они делаются. А после, да, дешевка, обычный обман. Может, после того, как разберемся с Хансолем, уйдем из спектра? Я заберу свои деньги, а ты так вообще ничем особо с ними не связан». Тэхён помолчал, задумчиво рисуя круги на груди Гука. «Ты все-таки хочешь уйти?» «Да, это мой план. И уйти из спектра – это лишь его часть. Я говорил тебе, что собирай деньги, но не говорил для чего. Я никому этого не рассказывал. И никто, даже мой наставник и Док, этого не знают. Так что ты будешь единственным, кто в курсе. Но я вообще хочу уйти из профессии, подальше от всего этого». Он поцеловал Тэхёна в плечо, на некоторое время умолкая. «Я ведь и жизни другой не знал», — спустя длительную паузу продолжил говорить он. «В 7 лет уже стоял на стреме и тырил деньги у тупых прохожих. В 10 сам взламывал замки. Ты знаешь, я даже и фильмы не смотрю. Не могу видеть их благополучную жизнь, которую я не знаю и которой у меня никогда не было». Чонгук опять замолчал, а Тэ терпеливо ждал. «Меня с самого моего рождения записали в категорию отбросов. Даже шанса не дали на что-то другое. А я хочу узнать, какая жизнь с той стороны, где ты просто человек, когда тебе не надо скрываться, когда ты приходишь куда-то не для того, чтобы срисовать замки, охрану и камеры, а по своим каким-то обычным человеческим делам. Да, я знаю, что ты скажешь, что невозможно перечеркнуть то, что было, и жизнь переписать нельзя. Поверь, я это прекрасно понимаю. Но я все равно не верю, что начать сначала нельзя. И нужно продолжать оставаться в категории отбросов только потому, что туда меня кто-то определил. Я с этим не согласен, я против, и я хочу попробовать другую жизнь, где я не вор, не преступник, где у меня есть свой дом и пес. Ты же его еще не знаешь. Я познакомлю вас, он тебе точно понравится. А Тэхён молчал. «А какие у тебя проблемы со спектром?» В конце концов нарушил он тишину. Чонгук нахмурился. «Он врет. Что-то скрывает и этим подставляет нас всех. Я ему не доверяю. Когда я решил на него работать, ни на какие его тайные игры я не подписывался. Я заберу свои деньги, уйду, и он ничего не сможет сделать. Мне есть что предъявить спектру. Я знаю много его тайн». А потом Чонгук все же уснул, кутаясь в объятия Тэя и крепко его обнимая. А вот к самому Тэхёну сон не шел. Он поглаживал спину Гука, витая в своих мыслях и наблюдая за струящейся по подоконнику лунной дорожкой. «Какие планы?» Чонгук проследил за идущим по коридору Тэхёном. «В клубе зависну. Напряжение надо снять». «Ну что, готов?» – окликнул Док, поравнявшегося с ним Тэ. «К чему?» – не понял тот, недоумение уставившись на Намджуна. «Ну ты же говорил вчера, что хотел бы попасть домой и забрать свои вещи. Могу отвезти». Удивленный Тэ, тем не менее, благодарно кивнул. «Подбрось меня», – произнес Чонгук, усилием воли отводя взгляд от Тэхёна. «Сегодня он будет много пить и много трахаться, и после этого его 100% попустит. И хотеть этого Ким Тэхёна он точно больше не будет». Они втроем молча покинули здание центра. Минивэн Дока проехал буквально 2 квартала, когда Чонгук бросил короткое «здесь». Он, не прощаясь, выбрался из машины к своему припаркованному, такому же черному, как и сам Чонгук, байку. Закинул ногу, надел шлем, завел двигатель, дернул рычаг и умчался. Оба, и Тэхён, и Намджун, проводили его молчаливыми взглядами. Весь в черном, гибкий, сильный, отстраненный и опасный. «А тебя это не удивило?» «Что именно?» Тэхён перевел задумчивый взгляд от исчезнувшей черной точки, какой был Чонгук, на Намджуна. Тот барабанил пальцами по рулю, неотрывно наблюдая за Тэ в зеркало заднего вида. «То, что я сказал, что ты упомянул о том, что хочешь попасть домой и забрать свои вещи. Такого ведь не было». «Да, не было». Немного удивленный Тэ, помедлив, кивнул. «Но я благодарен, что ты подумал об этом. Мне действительно много чего сейчас не хватает». «А на самом деле я так сказал, потому что хотел спросить тебя кое о чем, вне ушей центра». «Ну хорошо, спрашивай. Давай сюда». Намджун кивнул на пассажирское место возле себя, которое еще недавно занимал Чонгук. Тэ послушно пересел ближе к Доку, приготовившись слушать. Если честно, он совсем не понимал, чего хочет от него Намджун и почему все настолько тайно и загадочно. Он вопросительно взглянул в глаза Дока, который продолжал пристально за ним наблюдать. Намджун потянулся, порылся в карманах, достал мятую полупустую пачку сигарет, открыл окошко, щелкнул серебряной зажигалкой, затянулся, выпустил сизое колечко дыма в окно и после этого вновь вернул все свое внимание Тэхёну. «Все эти дни я пытался понять», — наконец заговорил он. «Но теперь я спрошу тебя напрямую». Док снова глубоко затянулся, купая свои легкие в едком дыме и сбрасывая пепел в окно. «Почему спустя 6 лет после того, как ты создал эту организацию, ты решил переступить ее порог? Что спектр делает в центре?» «И на сегодня это все, друзья. Охренеть! Серьезно? Тэхён Спектр? Что происходит, друзья? Что нахрен вообще происходит? Дорогая наша Зи! Ну что, ждем продолжения. Так, друзья, глава на Ютубе выходит короче, минут на 20, наверное, потому что там то, что нельзя публиковать на Ютубе, вы можете пройти по ссылке и прочитать в оригинале, а можете заглянуть на мою страницу Бусти, ссылка тоже есть в описании под видео, и послушать полную версию. А с вами была Маруся, желаю вам хорошего настроения, прекрасного дня, ждем продолжения и пока-пока.